белорусские команды вошли в топ-10 на Всемирной олимпиаде роботов, финал которой прошел в Коста-Рике. Наш проект «Центавра» показал хорошее время на своем автономном роботе-курьере. Машина различает цвета, предметы и быстро развозит грузы. Еще один отечественный стартап решает проблемы с электричеством в труднодоступных местах. Команда придумала парящие ветрогенераторы и батарею. Также среди сильнейших белорусская команда по «Тетрису».